Сады России представляют. Капуста текила. Это гибрид текила. Для тех, кто давно уже выращивает капусту, в общем-то, всем известно, что есть капусты, которые килоустойчивы, есть капусты, которые не килоустойчивы. Кила – это такое заболевание, которое бывает на корнях и которое, в общем-то, действительно не дает вырасти поздним капустам от 70 дней и позже. Мы не сможем с них собрать урожай. Какими бы мы химическими средствами ни пытались ее искоренить, это никак невозможно. Но в данном случае есть такие сорта, которые имеют устойчивость к этому заболеванию. У них не образуется наростов на корнях, и они дают вот такие хорошие, очень ровненькие качанчики. Данный гибрид 80-85 дней. Если вы его сажаете позже, не 15-10 мая в открытый грунт, то, соответственно, вы его можете даже на какое-то время заложить на хранение. То есть при посадке, грубо говоря, 20 мая, 1 июня, он еще 3-4 месяца у вас спокойно может полежать. А чем еще, в общем-то, очень хорош этот гибрид? Ну вот смотрите, качан у него средний получается, такой вот небольшой по объему, но при этом он очень сильно набитый. То есть набивка у него где-то на 4 килограмма бывает, 4,5 килограмма. Все будет зависеть от того, насколько вы его редко посадите и как хорошо вы дадите ему подкормку непосредственно перед посадкой. Но для того, чтобы показать вам внутреннюю структуру этого качана, мы его попробуем сейчас разрезать. Вот смотрите, в общем-то, как мы оцениваем внутреннюю структуру, чем она будет хороша или нет. Здесь сейчас идет очень плотная набивочка, да, небольшая кочерыга, которая, в общем-то, вам не будет мешать ее стругать на салаты или на закваску. Она набирает много сахаров, поэтому, действительно, для тех, кто любит квашеную капусту в своих домашних условиях, она всегда будет очень и очень хорошо идти. Чем еще хорошо? Данная капуста, она, в общем-то, устойчива к трипсу. Это такой вредитель, который у нас поражает внешние 5-6, а иногда даже до 10 листочков. И, в общем-то, это будет уже некачественный качан. Уже его не так приятно будет использовать. Вот эта капустка, она будет устойчива в наших условиях. И она очень хорошо шинкуется. Довольно тонкий листик у нее получается. Вот такая нарезочка. Очень удобная для использования именно в домашних условиях. Что еще у этой капустки хорошо? Ну, если вы любите очень крупные кочаны, вам стоит ее посадить где-то расстояние в ряду. Это должно быть 50 сантиметров, между рядами 70 сантиметров. Тогда она у вас даст большой кочан, больше 5 килограмм, то есть то, что необходимо. Если вам нужен такой кочанчик, как у нас сейчас здесь на поле, который выращен, то это должно быть в ряду 70 сантиметров, между ряд 70 сантиметров, а в ряду 35 максимум сантиметров. Тогда он будет стандартным. Да. Что буквально еще? Два слова. Вот она как-то сразу на поле отличается вот этим сильным восковым налетом. Да, вот да. Что это? Восковой налет, который есть вот на данной капусте, если мы вот так вот протрем его, видно, да, он нам помогает защитить растения не только от вредителей, но еще от бактериальных заболеваний, которые у нас находятся всегда в природе, и они никуда не уходят. Они всегда живут в почве и проявляются, как только наступает неблагоприятный какой-то период. Но это будут сильные дожди ежедневные, да, это будут какие-то перепады сильной температуры. Вот этот восковой налет, он помогает защитить растения и дать стабильный урожай. Покупайте капусту текила в интернет-магазине «Сады России». Ссылка в описании. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.